Привет, сегодня у меня последний рабочий день после перед отпуском. Вот, я уже сходила в банк, оплатила аренду наконец-то. У меня уже был один клиент, сейчас еще два. Но я хочу перед клиентом, у меня есть время немного, хочу убрать студии, чтобы мне друг приедет сюда работать. Вот, чтобы все было убрано. Короче, за собой убрать. Вот, и после двух клиентов я еду домой, дособираю все вещи, и мы выезжаем на поезд. Вот, как-то так. Я так рано не планировала вставать, но пришлось на часах 8 утра. И я приехала к Ане. Дома сложила сумку. Доброе утро, вы хотите сказать, но нет. Оно недоброе, наверное. И все, у меня остался последний клиент. И я еду домой собирать, дособирать вещи. И мы едем. Вот как-то так вот. Угу. Что будем покупать? Нет. Вот эту. Угу. И рахитизм. Да, купили поезд и квасы тоже купили. Сборы. Скоро пойдем одеваться. Это место немножко есть. Где? Сюда? Подушку. А, нет, подушку ты себе возьмешь. Жень, две пандусы больше всего на свете. Как ощущения? Там это... Артём! Ой, не туда! Все, путешественники готовы. Выезжаем. Ну вот и все, ну вот и все. Сидим. Все сразу напишут в комментариях, что Артём не общительный человек. Думает, бля, куда я попал? Здесь придет пассажир еще один, он просто обалдеет, что здесь происходит. А мы все еще едем. Соня, ну там нету ничего. Давай еще. Ты будешь? Ты чуть-чуть осталось. Мама. Сок. Да, сок.
Ну. Даш. Сейчас Соня проснется. Да ты могла бы обту. Ой, ты посмотри, как я умею. Да. Бля, страшно, да? Нет, хватит. Прикинь, на Соне упадет. Ты что, блин? Да не упадет. Высоко не взяли попробовать какие-то новые сухарики. Спокойной ночи. Сейчас вам покажу наши штаны. Мода, стиль. Что вы думали, конечно.